Это утро для Залима Комышева особенное. Сегодня решается его дальнейшая судьба. В первый день работы призывной комиссии в военкомат он пришел сам по зову сердца, чтобы отдать долг родине. Его мечта – служить в воздушно-десантных войсках. Где-то там просидеть год, я не хочу, хочу именно служить, а не просиживать год. Таких, как Залим, немало. В последние годы наблюдается большая активность со стороны призывников. Если раньше сотрудникам военкомата приходилось бегать за юношами, то сейчас они сами приходят к членам призывной комиссии с просьбой взять их в армию. Здесь как бы сказывается, наверное, и политика нашего государства, вот, и отношение Министерства обороны, те положительные шаги, которые Министерство обороны предприняло в части, касающейся престижа военной службы, изменения в законе, вот, все это в совокупности сказалось. В армию юноши идут и за жизненным опытом, понимая, что именно там им помогут стать сильнее и активнее. Год правильного питания и физической подготовки, оздоровиться, мир повидать. По распоряжению военного комиссара Ленинского района в этом году от муниципалитета в армию пойдут 85 человек. Самые здоровые и сильные духом. Физическое состояние юношей проверяют члены медицинской комиссии. Здесь работают терапевт, хирург, окулист, оториноларинголог, психиатр. Кстати, задача последнего – определить моральные качества новобранца. Есть характеристика, есть опрос. Вот мы, а как бы вкратце хотя бы анамнез собрать, как учится в школе он, чем раньше заболел, травмы обязательно выявляем, какие травмы были. Какое-то уже впечатление складывается. Качество работы Ленинской районной призывной комиссии было отмечено военным комиссаром Московской области. За осенний призыв 2017 года на одном из областных совещаний глава муниципалитета получил почетную грамоту. Успех не был бы возможен без наших сознательных призывников. Я ожидаю, что наши призывники Ленинского района также будут активно и патриотически вести себя на заседании комиссии и с удовольствием будут идти служить в ряды российской армии. В основном этих ребят распределят военные части Западного округа. Самых достойных направят служить в престижные войска. Весенний призыв продлится до 15 июля. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.